получили неподтвержденные сведения о происшествии в Саутленд-парке. Сотни родственников погибших собрались у ворот. По меньшей мере 30 человек погибли, ранены около сотни. Полиция не пускает журналистов к месту трагедии. Минуло 5 лет со дня трагедии, закрывшей ворота Саутленд-парка, однако всплыли новые факты о проверке состояния аттракционов незадолго до инцидента. Команда юристов «Орлы в законе», защищающая в суде владельца Саутленд-парка Джозефа Клэренса по прозвищу «Король свинга», потребовала исключить из дела часть свидетельских показаний. На 7-ю годовщину трагедии в Саутленд-парке состоялось очередное слушание дела Джозефа Клэренса. Вердикт – невиновен. Несмотря на оправдательный приговор, огромные счета от адвокатов вынудили его признать себя банкротом. В это же время родственники погибших заявили о намерении подать апелляцию. Дорогой, идем пить чай. Сидя вот так в темноте, ты его не вернешь. Я хотел бы сделать заказ. На этом уровне вы получите все навыки, необходимые для эффективности. Добро пожаловать в штаты 47-й. Это задание будет прямолинейным. Вам необходимо проникнуть в заброшенный парк развлечений, найти и убрать его владельца. Ваша цель – Джозеф Клэренс по кличке Король Свинга. Несчастный случай, произошедший в парке несколько лет назад, вынудил его закрыть это место. Наш клиент попросил, чтобы фотография, которая сейчас находится у вас, стала последним, что увидит цель. Мистер Клэренс ведет бизнес с наркодельцами, так что в парке наверняка еще есть развлечения. Приятного отдыха, 47-й. Чего уставился, беложопый? Я к Джозефу Клэренсу. Не слыхал о таком? Король свинга. А, к этому тупому недоноску. Как тебя звать-то? Имя для друзей, поэтому у меня его нет. Помогите! Помогите! На помощь!
дороге. Эти ленивые твари. Чтобы украсть чужую одежду, нажмите кнопку «Подобрать». Чтобы... Где ящик, уродина? Стой! Проверка! Все в норме! Я могу достать деньги, родная. Они все равно и так, считай, мои. Мистер Спук все уладит. Мы откроем парк, и все будет как прежде. Нет-нет, еще всего пару дней. Поверь мне, солнышко, не говори так. Мистер Спук вернет деньги, он человек надежный. Я не буду это подписывать, я не буду. Дай мне всего лишь один шанс, я клянусь. Зайка? Милая? Алло? Сплошное дерьмо. Что за е... Долбанный лифт не пашет. Черт, кто бы починил это дерьмо? Чинил это дерьмо.
Сплошное дерьмо. Это, знаешь, уже много времени прошло, Скуп. И я хотел бы узнать, как там у нас движется дело с деньгами. Да ну? Да, дело-то какое. Если помнишь, мы договорились на короткое время о том, что ты заплатишь наличкой. И это... Я знаю, как сильно тебя сейчас, наверное, давят. Но мы уже договорились, я думал, что ты, может... Просто отдашь ту сумму, на которой мы условились. Хотя ты сидишь тут... Блин, вдвое дольше, чем мы договорились. Но ты можешь заплатить изначальную сумму и съехать. Не прямо сейчас, конечно, просто, чтоб ты знал. Я был бы рад этому. Нет. Отлично выглядишь, сучка. Что у тебя там под одеждой? Почти ничего. О, да. Та
Такой красивый шлейф, как ты, не нужна понтовая упаковка. Угадал? Смотря кто будет меня разворачивать. Слушай, девочка, я распакую твою упругую попку быстрее, чем ты скажешь, что за красавчик развязал мои ленточки. Уверена, что ты Это дядя Джо. Лучше уходи на свое место. Клянусь богом, никто сегодня не приходил, кроме Делла. И он вовсе не бомж. Не бомж. Спасибо, Кэролин, это все. Вы в порядке? Угу, нормально. Иди. А ты еще кто такой? Как ты сюда попал? Кэролин! Мой клиент нанял меня показать вам эту фотографию. Я вас не понимаю. Мой клиент желает, чтобы это была последняя вещь, которую вы увидите. Мистер Кларенс, прошу вас, взгляните на фотографию. Нет, пожалуйста. Разве я мало страдал? По-вашему, я не знаю, сколько страданий я причинил. Я не могу спать. Я не спал уже. Это чувство вины. Мне так жаль. Я знаю. Я никогда... Скуп, у нас какой-то козел проскользнул под носом у Джейзи. Ты же знаешь, что я таких гостей не люблю. Скуп, я сначала думал пришить его, но потом вспомнил, как ты говорил, что нельзя дергаться. Но я так и сделал, и этот беложопый ушел. Ясно. Значит, ты считаешь, что проблема в моем приказе? Не, Скуп, я такое не говорил. Хотел бы я преподать тебе урок по личной ответственности, Джей, но поскольку тут где-то бродит чужак, у меня мало времени. Боюсь, придется научить тебя ответственности. Thank you.
дерьмо!